Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 18 июля, 3 часа ночи, и как всегда, ночная рубрика «Чё почём», рад вас видеть. Располагайтесь, прожимайте лайкосы, не забывайте тег автора Team50. Ну что, я с вебочкой вновь вернулся, порадуют в честь этого эпики нас, я надеюсь. Поднимаемся наверх. Новинку уже вижу. Goated. Давайте. Все это. Начнем. Интересный шкафчик. Epic Whale, ребят. Шкафчик Epic Whale. Сегодня закинули два скина отличных и эмоции. Ни кирок, ни дельтов, ничего. Просто комплект из двух скинов. Хороший скин стрелы, хороший скин вестницы разлома. Два играбельных стареньких скина по 1200 и 1500. И эмоция посидим за 200. В комплект 1900. Кому нравятся оба скина, считаю, имба комплект. Нормальный шкафчик. Но нас сегодня интересует вот это. Опять, наверное, эмоция с авторскими правами, да? Да, опять с авторскими правами. Ребят, так, на секундочку. Буквально так. Одним ухом, так сказать, послушать. Давайте, пробуем. Удивите. Понял, принял. Давайте посмотрим теперь все движение. Качает, понял, памс, дальше. Качает, памс, понял, принял, дальше. Понял, да, эмоция, конечно, дым. 500, да, значит, ну. Чуть ходят, да, ну ладно. Короче, вы увидели, ребят. 500 баксиков. Едем дальше. Коробки. Мужская, женская. Коробочка по 800. Отличные скины. Три стиля. Классическая коробка. Хэллоуин. Еще один Хэллоуин. Скелет и прям тыквенный такой Хэллоуин. Да. Нормуль. Я брал в свое время пацана. У меня на основе пацан есть. Потому что у него полностью закрытое лицо. Мне нравится стандартным, что у него так вот нарисовано. Прикольный. Full set брать за 1800, наверное, не стоит, потому что обертка говнецо. Дельтаплан неплохой, но сомнительный. Кирка тоже неплохая, но сомнительная. Поэтому одного скинчика за 800 по мне достаточно. Следующий набор у нас с двух скинов. Это герой фронтира. Добытчик и ковбой. Да, добытчик. И ковбойка. Ковбойка классная, добытчик мне не особо заходит. Ковбойка прикольная. Кирочка со шпорой. Еще одна кирочка. Вот это хуже, вот это лучше. И обертка такая себе. Кирка 1700. Ну, не знаю, ковбойка. Остальное можно тоже и поскипать. Вот это получше. Это молчанка, ребят. Молчанка мне нравится. Она и без, ну, без второго стиля была классная. Со вторым стилем, конечно, еще прикольней. Хороший скин. 1200, 500, 300. И обертка классная, и кирки классные. 1500. Вот этот хороший комплект. Эти комплекты сомнительные. Если, то этот комплект топчик. Дальше нам добавили гравия за 800. И орхидею. Орхидея, кстати, у нас не попадает в летний, а просто выходит. Она не ассоциируется же с летним. Орхидея вообще топчик. Мне очень нравится. С ее вот этим стилем. Старый, ничего так. Орхидея хороша. Гравий попрет тоже. Тоже не худший скин для 800. Мне нравится его банданка с черепом. Я такое люблю. Кирчики классные. Турболет. Что за дельт такой? Столетний. Седьмой сезон. ДС головорезов. Давненько я его не видел. Интересно, когда он выходил. Что, он в телеге не вышел еще в магазин? У меня не, еще не вышел. Интересно, как давно он выходил. Сколько дней его не было. Некротанец. Блин, как же эмоции с этими пальцами. У него забавно смотрятся. И Celebrate Me. Это у нас вчерашняя эмоция, ребят. Дальше опускаемся. О, а вот и шкаф. Давайте посмотрим, сколько этого дельта не было. Этого дельта не было... А, 8-6 дней всего. Ну, не так-то. Да, все 8-6 дней. Странно. Ладно. Идем дальше. У нас, ребят, Звездные войны. Все те же скины. У нас Академия и, по идее, летние скины. Да, и летние хиты все еще здесь.
По идее, ребят, в новостях висит, что 18 числа, типа в 4 дня, заканчивается летняя движуха. Возможно, в завтрашнем магазине летних скинов уже не будет. Кстати, эти ушли, звездная серия. Поэтому, это, так сказать, сожмите булки и задумайтесь хорошенько, нужно ли вам что-то из летнего. И если нужно, ребят, не забывайте тег автора указывать Team 50 перед покупкой. Вроде все посмотрели. Да, все посмотрели. Но сегодня вот новинка — это эмоция. Но эмоция, честно говоря, меня не особо впечатлила. И шкафчик Epic Whale тоже неплох. Ну, или не тоже, а неплох. Шкафчик неплох, а эмоция очень сомнительна. Спасибо большое, что зыркали, ребят. Рад, что опять снова с вебкой. Вроде полегчало мне. Завтра, это у нас не завтра, уже сегодня, во вторник, 21:00 на Твиче стримчик. Приходите. И не забывайте поджимать лайкос под видосом. Всем удачи и пока.